Итак, чат. Полтергейсты близко. Нужно вести себя тихо. Просто город бесконечных возможностей и дружеской ненависти. Лол. Если у тебя есть кахонес... Что это было? Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у меня. Ля, я их убил. Что, блять? Как он умер-то? Смотри, прыгаем на грузовик, убиваем водилу. Головоломки за 300 на пути. На, блядь! Ебаааа! Это сколько денег здесь? Кокаин, ну какой-то. Они не берут. Не знаю, как я туда пролезу, но думаю, что надо лезть. Вторую мафию? Блин, ну я хочу реально сначала пройти первую, а потом можно все остальные. Кстати, не знаю, почему людям не понравилась третья мафия. Из-за своей просто постоянной беготни и однотипности, но сюжет у него прикольный, мне зашло. Ну типа, если делать нехуй, чисто вот проебать время, то третья мафия — это крутая тема, на самом деле. Поэтому мне второй Fallout ближе, чем... третий там или какой-то еще. Да ебать твой рот! Да я не люблю третью мафию, я сказал, что это ничего, это ну типа, ну... играть можно. Игра неплохая, как про нее хуесосит. Поэтому... Такое солнце, чисто конец света. Пизда, выброс на! Ля, это там иглофабрика стоит. Начинает. О, гля, слышь, вот тут можно выброс переждать. Все на. Всем на палубу! Всем на палубу! Артиллерия! Вот оно. Чё ты? Буквально год, может, два назад начала ныть. Это прям пиздец неприятно. Ну, видимо, что-то не так, может быть, срослось, может быть, еще какие-то приколы. Так что реально, пацаны, аккуратней к своему телу. Берегите свои кости, иначе дальше вам просто пизда, вы охуеете, блядь, жизни. Если у вас будет сидячий образ жизни, там, не сидячий образ жизни, а сидячая там работа и прочая хуйня, вы просто охуеете. Я вам клянусь, блядь, вам пизда.